Не так давно в Невельском районе на Ловецком перевале произошла страшная авария, в результате которой пострадали люди. И неизвестно, чем бы все закончилось, не окажись рядом семьи Виктории Викторовны и Юрия Юрьевича Козловых, которые возвращались домой и, увидев горящую машину, кинулись спасать людей. Это вообще даже не помнишь вообще, что это было. Такое состояние, что просто бежали и вытаскивали, потому что огонь горел. Глава района 25 декабря встретился с семьей Козловых, чтобы вручить благодарность Главного управления МЧС России по Сахалинской области. Алексей Васильевич выразил семье Козловых огромную благодарность за оказанную пострадавшим помощь, неравнодушие, активную гражданскую позицию и мужество, проявленное при спасении попавших в беду людей. Просто поступок человеческий, я считаю, прежде всего. И дай Бог, чтобы все поступали, как вы поступили. Служба информации Невельских новостей.